кто был в неподходящей одежде, на красную дорожку не пускали. Ну, почти всех. Опять я поражена. Как всегда, ну, самая яркая, ну честно. Серьезно? А мне вот, а это уже интервью, да? Конечно. А, угу, хорошо, да. Меня вот по секрету скажу, не хотели пускать, сказали, вы слишком яркая. Вот. На самом деле, да, дресс-код black tie, все как бы должны быть в вечерних платьях, в смокинг. Я хочу развеселить людей, чтобы так все бодренько так себе почувствовали сафари, Африку, так, горячая кровь. Фильмы смотрели? Я смотрела, к сожалению, не все фильмы, но, на, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. У меня просто нет слов. Мне очень понравился израильский фильм. А как вот танцем можно выразить ваши эмоции? Нам какой-нибудь кусочек? Да? А, что, подержи. Давайте что-нибудь такое эффектное. Подержи, уйди, пожалуйста. Станцевать, да? Это у меня по телевизору, да, показывает? Фламенко, да? Фламенко. Снимаете, да? Страсть. Фламенко. Любовь. Сильвета Атаулина, Алексей Гилко – это наши ноги. Это ноги, которые двигают Одессу вперед, благодаря которым Одесса двигается вперед. Скажите, пожалуйста, да. Сильечка, какое кино понравилось вам больше всего на кинофестивале? Я не помню название. Первый китайский вот фильм хороший, израильский. Ага. Вот, я смотрела, да, честно. Вот. Ну вот кто победит? Кто победит? Вот по твоему мнению? Дружба победит. Только мир, дружба, жвачка. Очень сложно судить и говорить, кто победил, кто не победил. Все молодцы, все просто такие артисты, такие режиссеры. Ну просто я просто в шоке. Ну такие все молодцы, ну просто вот. Сильчка, когда мы снимаем кино про степ? Про степ? А вот уже сейчас мы начинаем, я хочу дать мастер-класс. Да. Давай, поехали. Поехали. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В общем, все. Есть? Класс. Спасибо. Да. Спасибо, да, Сильчка. Да, пока. Голодой бюк. Дорогие друзья, я смотрю, что на дорожке появляются веселые гости. Сильвета Атаулина, Алексей Гилко. И если вдруг вы не знаете, лучшие хореографы нашего города. Все люди, которые прославляют степ, и не только степ в нашем городе, в Украине, в мире. Ваша порция аплодисмента. Встречайте наши дорогие гости. Подъехал мини-бас продюсерского центра «Стартайм», и к нам на красную дорожку выходят кеды. Встречайте замечательный творческий коллектив.